Так, 19 февраля 2019 год, Харьков, 17:35 по Киеву, Луна в Перигее, на ближайшем расстоянии от Земли, в полнолуние, причем суперлуния у нас так называемая, не вполне научная, но достаточно говорящее название. И как всегда, без дымки не обошлось. Ну, будем что-то соображать или нет? О, сообразили. Так, мне придется, ты посмотри, как воздух от дома идет, колеблет атмосферу. Так, я отойду, чтобы не колебать пол вместе с атмосферой. Явно теплый воздух от дома поднимается. Там вроде выше небо почище. Маленько надо подождать. Может, у нас будет все еще красивее, чем есть уже. Опа, далеченько. Это очень красиво. Квантовая неопределенность. А, это мы на проводах пытаемся сфокусироваться. Ну, фотоаппарат можно понять. Одно дело объект в 200 метрах, другое дело в 356 тысячах километров. Не, никак. Ну ладно, сейчас подождем, пока он с этого нудного стана выберется, да, заодно, может, и над облачками выше поднимется. Он, в смысле спутник естественной Земли.